Студент Блажкович, вы всегда умудряетесь появляться в неподходящее время. Поэтому я заранее принял меры. Красота, верно? Беспредельная энергия. Она уничтожила тулийскую цивилизацию. Они проиграли, а мы победим. Мы обуздали ее с помощью технологии. В ходе первых испытаний мы уничтожим Айзенштадт. А следом за ним я смету все, что стоит у нас на пути. Мир падет на колени перед Третьим Рейхом. Жаль, что вы не увидите свастику, гордо реющую над Белым домом. Ганс, стреляй! И на этот раз не подведи меня. Я воль. Ауфидерзейн, Блажкович. Вот он так, Блажкович. Твой медальон столь же силен, как и твой. Наши силы равны. Thank you.
умеешь уничтожать. Не делай этого, Блажкович! Остановись, идиот! Нет! Нет! Не будь дураком, Блажкович! Блажкович!
Директор, задание выполнено. Генерал Цета ликвидирован, его исследования прекращены. Поскольку Тулийский портал и сверхоружие разбились вместе с Цепелином, доступ в мир Черного Солнца закрыт навсегда. Медальон также утрачен. При разрушении портала он превратился в оплавленный комок металла и стекла. Айзенштадт освобожден от нацистов. Сейчас он под контролем кружка Крейсау. К сожалению, Золотой Рассвет прекратил свое существование. Несмотря на предательство Александрова, они могли бы стать ценными союзниками. Что касается Тоттенкопфа, хотелось бы верить, что он погиб в катастрофе. Но я боюсь, что мы о нем еще услышим. Би-Джей Блажкович.